Сестра. Вон место полно. Царь в небесный, утешителю души истины, и жизнь и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны и очистены от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Благослови, Господь, наше собрание. Прибудь с нами. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сергей, Купкова мне, позови сюда. Сергей. Дожили до воскресенья. А Виктор Андреевич, никто не знает, какие вести? А что, дальше никто не слышит. Лучший ведущий собрания Виктор Андреевич. Где он? Когда он приедет? На Пасху обещал. Он должен приехать. Да, это мы знаем. Это старый факт. Болящие. Кто у нас? Никто не пришел. Звонить, так как бы никто не звонит, экстренно кого-то. А там нет, Игорь, всем придется тебе вести. Начинай. Все болящие. Нет и ничего такого. У кого есть пожелания, увлечения, наставления? У тебя. Вот у меня есть. Говорите. Я хочу вот продолжить. На том собрании говорили про глухонемых. Тихо, Надежда Васильевна. И, значит, я хотела вот сказать. Как-то в субботу я приехала и смотрела их запись. Там кое-что уже изменено. Потому что я Заю показывала им, и Зоина была, и Света была, все. У нас, я посчитала, 4 переводчика. Ну, и Нафа, может быть, там что-нибудь. Тамара ее подправит. Так мне кажется, если каких-то акафисов нет, или что это у батюшки, каждый раз же, литургия же разная, правда же, не поэтому. Так что вы становитесь и переводите. И просьба к Лене, где она, Лена это? Лена, ей можно ходить и в субботу. Если вот, вы там заняты с работой, все, можно. Стараться в пятницу. Нам всем можно ходить в субботу, да. Всем разрешается. Вот это. Второе, я хотела еще вот что сказать. Обращаясь большинство, к высоким и к мамам, чтобы они не загораживали двери. Дело в том, что глухонемые смотрят, я вот сижу смотрю, другие загородите, нам не видно. А очень высокие, вот понимаете, стоите и не видно. Может как-то сбоку дверь не загораживайте. Посмотреть, что же там батюшка вышел или не вышел он там, или как. Вот такая у меня просьба ко всем.
Понимаете? Ну, не знаю, может, что-нибудь не понравится, или как это дело ваше. Спасибо. Следующая Александра Ивановна просила она, значит, на путь свой. Очистить. Насыпается Страстная Седмица. Кто имеет здравие, возможность, желательно, но быть на богослужении в храме, где кто может, утром, вечером, где близко, постарайтесь быть, потому что эти молитвословия, которые совершаются на этой неделе, это особенное молитвословие раз в году. Вспоминается страдание Господа нашего Иисуса Христа. В понедельник, 13-го, значит, в обычное время, в 8 часов, у нас будет здесь пасхальное богослужение. Я приеду. В понедельник утром. 8 часов. Ко мне какие вопросы есть? Объяви, когда последний раз читать, Господи Владыка Жаратамова? Читается это в среду, когда в среду, где богослужение в храме, там идет, значит, вечерняя и прежняя литургия, прежняя священных даров. Вот за утренним богослужением и совершается последнее коленопреклонение с молитвой Ефрема Сирина. В среду за утренним богослужением. Все. Далее коленопреклонение совершается только перед плащаницей. Когда плащаница лежит где в храме, только перед плащаницей совершается коленопреклонение. Вот так. Еще какие вопросы? Вторник, как у нас, батюшка, 7 апреля, это Благовещение. Праздником идет или нет? А может, отменим 20-й праздник нашим этим? Ну, сейчас спрашивают такие, праздник он или не праздник? Интересно, даже вопрос как-то задают. Благовещение, праздник или не праздник? Не так. Праздник, богослужение, потому что даже богослужение, ты посмотри в календаре, если бы это было не Благовещение, то там было бы совсем другое богослужение. То есть молитва другая. Там литургия прежде священной дорогу. А этот день литургия Иоанна Златоустова служит. То есть поется, праздничные песнопения поются, которые относятся к этому событию. Устав поста, скажите. Что? Устав поста. Ну и устав. В этот день было, 7 апреля. Задают вопрос просто тихо. Пророка Исаия, почитайте, какой должен быть пост. Вот и все. Какой устав поста? Ну зачем вы искушаете, спрашиваете? Ну я скажу вам, 3 дня ничего не кушать. Как это так? Поэтому кушайте помаленьку, потому что есть постное. И больше вникайте в себя. В себе, кажется, Ефрема Сирина молитву усердно молитесь и эти 3 дня. Усердно, чтобы она не только в эти дни, а всегда была у вас. В этом. Дай мне, Господи, зреть моя прегрешение, не осуждать брата моего. Дух кротости, смирения, смиренно-мудрия. Дай, Господи, чтобы это было у меня. Вот когда это все будет, тогда ты не будешь спрашивать, а как поститься или что. Там все будет в этом заключается. А, батюшка, а в четверг вот читать 12 Евангелий, да? В четверг вечером за богослужением в храме читаются 12. Евангелия, да. 12 Евангелий читаются. Это где в храме? Там выбираются все. То есть не 12, Евангелие это 4, но из Евангелия отдельные отрывки, которые говорят о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Вот так вот. Вернее, будет так сказать. Так, еще что? Если нет ничего, то я поехал. Значит. Да, сегодня трапеза с рыбой разрешается. Вчера можно было с икрой. Запоминайте. А на Благовещение? Если Благовещение было бы не на Страстной Седмице, то можно было бы с рыбой. А в этом году рыбы нет. Так как на Страстной Седмице только с елеем. Еле и вино разрешается на Благовещение. Да, с маслом во вторник можно с маслом. Запиши, не надо, забудешь без масла. Это я так не пишу. Ну все, спаси Христос Господь. Прекрасный ответ. В следующее воскресенье будет Пасха Христова, если доживем.
я лично предлагаю, у кого есть желание, вот есть такой фонд «Старость в радость». Посещают престарелых. То есть это, в этот фонд входят люди разных вер, есть неверующие люди, но объединены любовью к старикам, находящимся в домах престарелых. И то есть у людей есть вот это сострадание к этим людям. И мы участвовали в этом фонде, участвовали, они дают советы, адреса, как обращаться, куда-то ездили в два дома интерната. И вот в это воскресенье тоже планируется поездка в дом-интернат. Возможно, это будет Кытманово. То есть надо будет еще согласовать. У кого есть желание посетить? Пасхальное. Мы в Пасхальное ездили. Вот Лена ездила, переводчица. То есть старики очень рады. Каждая группа устраивает свое, вот, скажем, представление. Кто-то шарики надувает. Старики всему рады. Кто-то Евангелие проповедует, рассказывает жития святых, Писания. Ну, мы рассказывали о Боге. Нам были рады, нам бабушки показали, как пельмени надо лепить. Ну, подарки какие-то там мы сделали. Вот, то есть на следующее воскресенье, если у кого-то есть желание, подходите, обсудим, как это осуществить этот процесс. Ну, все зависит еще и от погоды, и от многих факторов. То есть желание есть, а как это будет, мы не знаем. Но у нас традиция была на пасхальную... В Пасху ездить по стариков навещать. У кого есть? Одна машина или планируете? Ну, у меня одна пока машина. Понятно. Конечно. Вот. Поэтому садимся, доедем. Ну, ты спроси, кто желает. Пусть руки поднимут. Желающие. Вот, две сестры подняли руки. Брат. Ну, тут надо посмотреть. Если, допустим, у кого-то есть микроавтобус у нас, у братьев, может быть, в микроавтобус забьемся. И деньги проплатим за бензин. Дороги там хорошие в основном. Но сейчас, я боюсь, плет будет там. То есть меня вот этот вопрос интересует. Братья, посмотрите, здесь у нас над входом, там что-то забился этот лоток, наверное, бежит прямо и прямо на голову всем капает. Посмотрите, там прочистить его, наверное, чтобы не капало. Делаем. Так, ну что еще? У кого есть наставление? Игнатий Тихонович. Так, я раздам, мы тут принесли сегодня Русская Православная Церковь. Великий пост, время радости. Передайте всем. По кругу пустите и себя ставьте это. Очень полезное. Возьмите по одной. Так. У нас каждый год совершается крещение в озере. 7 июля... Если попадает в воскресенье. А если не попадает, то следующее за 7 июля в первое воскресенье. Но нынче это попадает на 12-е. И батюшка говорит, ну кто к крещению? У нас кто готовится к крещению? Поднимите руки. На 12 июля. Повыше руку поднимите. Повыше руку. Повыше. Значит, нынче будет, может быть, даже больше, чем батюшка думает. Уже приезжает и из других мест. Заранее уже люди предупреждены, маршрутки им выписали с очень далеких сторон, даже из Франции. Принявшие крещение из Германии думают приехать, пережить еще раз то, что Бог давал. И будет людей, может быть, немало. И нужно подумать. Сестра Татьяна-то куда-то делась, не вижу ее. К Александре поехала. Понятно. Тогда возьми на себя это, чтобы были в обслуге люди. Хотя бы за неделю раньше, потому что только крещение будет готовиться из других сторон, дальних регионов. Просто очень далеко собираются люди. Там походили и нигде не могут покреститься. А зачем? Уже дошло до того, что достаточно одного покаяния. Я вчера только объяснял это дело. То есть положение аховое. Но выход есть, надо работать. И поэтому придут люди, надо их приветить. Мы каждому говорим, чтобы брали две простыни, наволочку. Остальное у нас есть. Стирать там негде, все-таки место такое. Вот что такое настойчивость. В прошлом году мне звонит один человек с Украины. Я хотел бы к вам приехать. Мы никогда не разрешаем, тем более один. А я хотел бы жить, но один не приживается. Проходит какое-то время, он снова. Я начинаю расспрашивать, какая работа. Да так, где... При храмах, то есть постоянной работы нет, и меня сильно это напрягает. Как так?
нет постоянной работы. Сколько? 30 лет, 32 года. И постоянной работы нет. Ну, на стороже просто. Но потом мы провели собрание в деревне, что для тех, кто одиночные просятся, два домика там у нас в виде гостиницы, женщины это, и люди приедут, и там могут и познакомиться, и все. Мы отказываем тем и другим, 23 года отказываем. Ну, решили маленько изменить, посмотреть, что это будет. Он снова звонит. Как его проверить? Он называется именем определенным. Я говорю, пришли копии документов тогда. И называют, где город. Ну как проверить, там нет. Я говорю, сегодня же, сейчас пойди в этот город, подойди к милиции. И напротив, где написано краевое, это городское управление милиции, вот так руку подними, не как честь отдают, а вот так вот, а потом вот так. А второе, пойди в военкомат, где ваш горвоенкомат, подойди к нему вот так вот, а потом вот так. Он тут же прислал фотографии. Ясно, что он в этом городе. Он бы иначе это не сделать. Если он не в Киеве находится, а находится во Львове, он не успел бы съездить. Он выполнил эти условия. Ну, раз он выполнил, значит, должен теперь я что-то делать. Но я разрешил ему приехать. Он начинает готовиться. И принять даже гражданство российское. Примерно 16 марта, вот сейчас март идет. Апрель, да. Он думает уже выезжать. Вот тут миграционный пункт рядом. Звать его Никита. Помолитесь. То есть вопрос уже решен. Мы договорились с братом Сергеем, что он у него останавливается. А потом уже перекинем в деревню, Володя будет помощник. Ни одного условия, которое мы ставим, нет такое, которое не выпал. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну почему? И теперь он уже спрашивает, ну а почему? Если у кого-то что-то есть сказать, документы проверены, вот тут прописка, все. Ну вот я разрешил ему. Так что помолитесь, а когда приедет, тогда уже на месте вы его увидите. Сухощавый, юноша, ну как я его по фотографии увидел. Просто помолиться надо, чтобы мы не были обмануты. Мы чего, не зря опасаемся, остерегайтесь людей. Матфея 10:17. Теперь в Потеряевку. Кто на Пасху думает поехать, надо заранее вам, раньше есть, кто ездили, договориться, где как слазить, чтобы знали. А вот день деревни будет нынче, 18. 14 мая батюшка приехал в 91 году. И решили теперь так же. В первое воскресенье после 14-го. Нынче попадает 18-го. Отец Аким уже был в епархии. Встретился с епископом Московской патриархии Сергием Иванников. И отдал ему приглашение. Он принял очень хорошо. И которые на местах, там другие, там эти, как их называют, шакалята эти, семинаристы Кемеровской епархии, там, ну просто волчата нападают, они ничего не знают. Если мы еретики, раскольники, они у нас служат, то с нами они ничего не сделают. Ну еретик, есть еретик. Но ты с еретиком служишь, канонов, на него сразу три канона, и вот с него сан снимается, он полностью извергается. Ну вы маленько думайте, что? У вас епископы-то из-за нас сколько уже погорело, которые были? Священников-то было, уже не два, десятками семинаристы едут. То есть совершенно безумные слова глаголят. Ну, отвечать нечего, только помолиться. А что? Исидор Пилсиот говорит, предвзятость, заранее ты настроен против, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот и весь ответ. Мы-то не страдаем от этой злобы, но все равно, как бы причина мы. Из-за нас они злобятся-то. Вот одно дело... Я буду говорить как бы иносказательно, в некоем царстве, в некотором государстве. Проходили занятия, как у нас вот. Кто-то знает больше, кто-то меньше. И вот однажды один человек и говорит, а знания надмевают. Вот вы знаете, все это возноситесь, и там судите, там патриархию и то другое. Я решил, чтобы это было обосновано в виде проповеди сказать. Потому что раньше я чтец, рукоположенный, чтобы мог говорить проповедь при епископе. Епископ... И в тихий меня рукополагал. Я говорил в среднем 16 проповедей каждый месяц. А если были праздники, иногда доходило до 25 проповедей. Каждая проповедь 25-30 минут. Ну понятно, это тысячи проповедей. В интернете там 1300 только сохранилось, а остальное не записывали. И вот я хотел сказать, слово «знание», «познание» встречается во всей Святой Библии 137 раз. 137 мест Библии надо было просчитать, чтобы дать точное основание этого слова, что знание надмевает. А раз не надмевает, значит тут и выход один. Чтобы не надмевало, его не надо. И сразу подставляют. Балла знаешь, меньше спросится.
Это вообще здорово. Ничего не надо, не учиться, не Библию исследовать, ничего не надо. А упрекнуть в этом, как гордости, любого можно. Кто ничего не делает, он, его никто не упрекнет. Почему? Он погибший все равно. А кто работает, кто не ошибается, кто ничего не делает. Так вот, о знании. Притча Соломона только 33 раза говорит. 33 места притча Соломона. У Сирахова 24. В Новом Завете 38, все вместе 137 раз. Я сейчас попрошу брата Сергея Павловича, он хорошо считает. И каждое место я буду немножко останавливаться и в конце покажу, как надо понимать, знание надмевает. У нас толкование есть, и мы прочтем. Но за то, что человек это сказал, мы должны поблагодарить. Он вызвал, высек искру, эту тему. Будем внимательны, это хоть не проповедь, но почти проповедь. Так, слово сказать о проповеди. Меня никто не отлучал от проповеди, я сам отошел. Но предупредил, если не будет две проповеди, я сразу выйду. И поэтому батюшки другой раз вижу, и времени нет, а все равно выйдет, хоть маленько просчитает. Это же было в Потеряевке, там приходилось ну просто давить на это. И сейчас они регулярно читают две проповеди святого Иоанна Златоуста. Или Витя Савченко считает, или еще там Игорь Барабаш. Проповедь должна быть. Проповеди нет, ничего не будет. Но это не последний вопрос. Слушайте внимательно. На одной странице. К себе применяйте только. Кто отвергает знания, тот глуп, написано. Вот тут точки. Просто точки. Бытие 3.6. 3.6. Дерево дает знания. Древо познания добра и зла. Она увидела его, что дает знания. Нужно быть очень осторожным со знанием. Какое ты знание? Такое получишь, что все сгниет и весь дом разрушится. Дальше по порядку. Вторая Паралипоменон 1.10. То ныне дай мне премудрость и знания, чтобы я умел выходить перед народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим? То есть эта мудрость нужна в первую очередь президентам в любой стране. Это молится Соломон, мудрейший из самых мудрых людей. Более мудрого на земле не было, не считая Христа. Но в Новом Завете это, конечно, Павел, он мудрее Соломона в 100 раз был. Соломон много после сделал не так, но он говорил, и Бог его похвалил за то, что ты не просил смерти врагов, не просил долголетия, не просил богатства, как у людей говорят, ну проси, что хочешь, вот у тебя, допустим, сейчас щуку ты поймал такую, хоть и рыбный день, а ты не съел, решил ее отпустить, но получить желаемое. Да, и он говорит, дам тебе все, что ты не просил, но главная мудрость, главное не опорочиться перед народом выйти, а перед народом бояться выйти. Единственный, кто никогда не боялся и выходил, это Адольф Гитлер, Шекельгрубер. Поэтому так он не путем переворота пришел, а законным путем. Я не хвалю, но просто говорю, это исторический факт. Ничего не убивал никого, а просто голосовали, больше и больше набрал голосов, поднял страну, дал людям жить. Вот надо где пример брать из его деятельности до того, как он стал кем стал, дьяволом. Дальше. Иов 15.2. Станет ли мудрый отвечать знаниям пустым? Мудрый не будет пустым знанием, он взвесит и подумает, отвечать или нет. Первый вопрос, который тебе задают, ты сразу его со всех сторон, а надо ли отвечать? Вот ко мне подходит недавно один священник, а чтобы понятно было, кто мой родной брат, отец Аким, сегодня утром. Мне звонил мой друг священник и говорил, ну почему вот, и дальше говорит, вот написано то-то в Евангелии от Иоанна, воскресил Господь Лазарь, ну почему один евангелист? А что блудница там омыла слезами? Все евангелисты говорят об этом. Да что важнее это? Почему один раз сказано? А вопрос-то задали батюшке, а он-то задает уже мне. А во-первых, это вопрос не ко мне, а к Богу. Это Дух Святой сказал. И сказал один раз, успокойся, научись не задавать вопросы, Златоуст говорит. Один раз сказано было, не оглядывайся. Оглянулась жена Лотова, где она? Господь говорит, вспоминайте теперь, один раз достаточно. Один раз сказано было, не вкушай дерево. Достаточно, что умираем миллиарды, 100 миллиардов уже в земле. Мы не понимаем этой трагедии, происшедшей там. Ну а почему не 100 раз, один раз? Один раз Бог сказал. А что побежали женщины туда? 4 евангелиста об этом говорят. А в этом ничего особенного не было. Прибежали с пустыми руками, вернулись. Я говорю, возьми Евангелие от Луки и Иоанна, сравни. Там притча о блудном сыне, и каких только нет притч. И как Христа в храме встречал Симеон. Ни один евангелист об этом не говорит. И не надо спрашивать. А Иоанн говорит сразу, вначале было слово, слово у Бога. То есть, хватил самой высшей философии, где ни один не коснется умом своим. И так, пустым знанием не отвечать. Сначала отвечать или не отвечать? Я говорю, ответь ему, чтобы не умствовал.
Бог сказал, и все. Ты только теперь обдумал, и как это передать другим. К слову сказать, вот это верное, это русское такое слово. А что здесь такое есть, что неподражаемое в этом празднике? Праздник этот спустя столетия возник. Никакой, но на 10-й. Но его сделали, мы празднуем, отмечаем. Все можно сделать. И кричать, и осанна. Есть одно, что сатана не может сделать. Огонь с неба будет низводить. Будет показывать, как воскрешает мертвых. Дьявол все сделает. Антихрист это сделает. Но есть одно чудо в этот день происшедшее, которого не может сделать сатана. А почему? Говорит, устами младенца глаголит истина. А потом глаз народа, глаз Божий. Это ложь. Глаз народа – это пьяный вскрик, может быть. Дурь одна. А вот младенцы, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. То есть вот этим чудом Бог закрыл уста дьявола. Он безмолвным не может. Он не может это чудо сотворить. Вот сейчас всех Кашпировских, Чумаков собери, всех Вольфов, Мессингов и скажите, сделайте, чтобы младенец на руках матери, сосущий грудь ее, и стал кричать «Осанна Вышний! Благословен грядущего имя Господне!» Не получится. Все остальное они могут сделать. И осла найти, и сесть, и украсть. Вот это самое неповторимое событие. О нем почти сегодня и речи-то не было у нас. Дальше. Книга Иова, 33 глава, 3 стих. «Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое». Вот нужно, что от искренности сердца научиться говорить, и такое знание получать, чтобы не стыдно было сказать. Вот иногда говорят, а вот это рассказ был или не был, я так присловно говорю. Ну как? А ты найди, даже в ничтожном малом, и найди истину, и преподай ее. Вот я на днях разговаривал с одним, и гляжу, он понял, хотел вам сказать. Вот. Иногда называют это анекдот. Вот знакомы два священнослужителя. Ну, раввинский, это, иудейские раввины и православный батюшка. Такая у них дружба хорошая. Такое бывает. Ну, можете думать наоборот дальше, что, это было не с раввином, а было с православным. И раввин говорит, неприятность какая. То есть, приехал в синагогу, и велосипед стибрили. Увели. Он говорит, ну кто, прихожане, там у нас никого нет, это за оградой. Зайдешь, там сторож есть, ну свои где-то и... Так найди, говорит, а как найдешь? Это очень просто. У тебя 10-то заповеди есть, блаженства-то нет, ты иудей. Но заповеди, конечно. Ну ты начай, скажи, сегодня дополнительное занятие. И выстрои их своих там где-то, собери, и считай по порядку заповеди. И смотри, и как дойдешь до заповеди, не укради, ты и гляди, кто глаза-то опустит. Ну и дальше спрашивай, где велосипед. Я знаю, что если опытный исследователь, он смотрит, как дрожат ресницы, человек напрягся, то другое. День проходит, этот раввин со цветами приходит, батюшке благодарит, нашел, да нашел. А расскажи, да все расскажет. Ну расскажи, я опыт все-таки имею, хочу больше-то. Я, говорит, когда начал читать, говорит, думал найду. И когда дошел до заповеди 7-й, не прелюбодействуй, я вспомнил, где его оставил. Так, считаем дальше. Слово сказать, у меня разнос пропал. Сестры, кто взял? Взял, верните, мама ропщит у меня. Считай, круглый, да, малированный такой. Поднос? Да. Надеюсь, может, проведем след? Не-не-не, давайте. Так. Слушайте внимательно. Мы говорим о знании. Псалом 18.3. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. То есть нужна астрономия, нужна ботаника, нужна зоология, инсектология, ихтиология. Ты все должен знать до космического пространства. Каждый день новое, и ночь открывает знания. Знание ни одному не помешает, если он правильно им пользуется. А надменный, нет такой молитвы. Ни в одной молитве, нигде у православных нету, избави от надмения, нету. Ну надо включить, подсказали. Тем более когда ближние подсказывают. Я благодарен Богу, что около меня бывают люди, которые так глубоко смотрят. Дальше. Псалом 48.4. «Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание». Есть о чем размышлять. Вот уходили в пустыню, и Павел был в пустыне. Но определенное время силы набирался. А сегодня это считается карой в одиночной камере. Повесится человек. Я был в одиночной камере, это самое лучшее время. Никто не мешает, я пою, молюсь. Ни один, никто, ниоткуда.
Но одному все равно тоскливо. Хорошо, когда два. Веревка скрученная втрое, говорит, не скоро рвется. Чтобы было кому сказать. Один сказал, говорит, если бы знание давалось под условием, никому не говорю, узнал и все, я бы отказался от знания, иначе оно меня просто расперло бы. Дальше. Притча 1.4. Простым дает смышленность, юноше знание и рассудительность. Так юношам все-таки Бог дает знания. Значит, поэтому кончайте, а не упрекайте. У меня знакомая была в лагере у нас, помогала. Она кандидат наук там, по какой-то науке, по учительскому делу-то. И ее упрекает там чем-то. Вот, ну, много знаешь, там нахваталась там с Аверинцем, с академиками. Она говорит, а почему в этом упрекаете? И когда вы за парнями, говорит, ухлёстывали, я в это время кончала один да другой университет. А теперь упрекают. Я вас не упрекаю в вашем наследии-то. А я это добыла великим трудом. И самостоятельно училась. Пожалуйста. Притча 1.5. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы. Значит, быть разумным и мудрым. И об этом надо молиться, как Соломон. Вот это в молитву не забудьте включить. Если вам кто-то скажет, знание надмевает, вы эти места приведете. Я могу дать, потом ксерокопии снимите. Давай. Притча 1.22. Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Это такие люди, которые прямо презирают знания. Ну, заучились и везде на это. Вот он знает столько-то, а он учился. Потому что, когда человек учится, он как бы у ног учителя, кто написал учебник, кто преподает, сидит. У нас была еврейка здесь, Фаина Соломоновна, и она задала мне вопрос. А вы слышали, чтобы у еврея был неграмотный? Я говорю, нет. Она говорит, за 2000 лет ни одного ребенка не было. Какой бы он ни был. Калека, не хватает хромосомы, дауна там, все равно будут учить. Вот для нас образец. Я знаю, во всем мире люди многое теряют, но приобретать, как евреи, они не только деньги умеют приобретать. Они искусственно сумели вернуть язык во всей нации, к литературному языку, какой он должен быть. Это никому никогда не удавалось и не удастся. Мы даже, вот человек научится говорить с каким-то «чего» там по-сибирски щекать, и то трудно отстать от одного слова «чего». Притча 1.29. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Это смерть. За знания надо благодарить. И помните первых учителей, кто по букварю нас вел, и хотя бы раз в молитве сказать. Представь, как учителям надоедает одно и то же. Другое дело исследовательский институт. Ну, мама мыла раму, ну сколько же мое мыть-то? И она всю жизнь только мыла и мыла ее. Давай. Притча 14.6. Распутный ищет мудрости и не находит. Вот, запомните, когда люди жалуются на память... Ну, а в интернете ты знаешься с таким. Я спрашиваю, а как твоя жизнь была? В основном жалуются люди, которые не считают вот это место. Я говорю, ты первый раз женат? Ты кто считал их? Не считал. Вот ничто так память не отнимает, как блудная жизнь. Распутный. Это он где попало, бродень? И почему именно это грех? Даже пьянство так не поражает мозг, как блуд. И поэтому, если ты обратился, а уже это все у тебя позади, не ропщи на Бога, закрепись на том, на чем тебя Бог захватил, в каком звании призван. Быть каким мог бы, тебе уже никогда не быть. И не завидуй тому, кому Бог дает, кто более чисто прожил. Мне приходилось встречаться с такими людьми, и знаю просто. Вот Павлов был, я с ним не встречался, до моего рождения он умер. 80, кажется, 6 лет. И когда мозг его исследовали, как у юноши 18-летнего был. Он непрерывно был у него в работе. И чтобы стал маразматиком Горбачев, мне очень трудно поверить. Он по-прежнему выступает, какой-то фонд у него везде, лекции читает, получает. А другой уйдет, он сразу засох на пенсии, ничего нет. Только жалеет, что вот теперь у него нет той подвижки жеребца. Смотрит на картинки и умирает от тоски. А он не нуждается этим. Ну, я просто к примеру сказал, почему Киссинджер, там, Бжезинский, они везде востребованы, эти люди, хотя они недруги России. Притча 14.8. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных – заблуждение. Главное знать путь. Путь истинной жизни Христос. В этом вся мудрость. В чем мудрость, если ты все знаешь, а в конце ничего не знаешь?
Я маленький рассказик хотел сказать. На корабле профессор филологии, ну профессор, он знает, уж замуж не терпешь, все скажет, когда писать правильно. Ну и матросы говорят, а ты знаешь, вот, он говорит, нет, не знаю, я знаю канаты таскать, паруса распространять, полжизни потерял, ну может быть. Но вот кораблекрушение, он пробегает мимо, ты плавать-то умеешь? Он говорит, не умею, ты всю жизнь потерял. Главное, ты знай путь спасения, а остальное к этому приложится. И ни налево, ни направо не отверни от пути истины, который Бог нам дал. Дальше. Притча 14.18. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Это все связано. Он благоразумный, то есть умно рассуждает. Ну, я попутно хотел сказать, у меня отец был. Когда он рассуждал, я совсем маленький. Я почему моего отца не сделали председателем колхоза? Он так все рассуждал, а грамоты полкласса не было. А была бы хоть какая-то грамотежка, или был евреем, его бы куда-то продвинули. И память до самого конца была такая свежая, такие мысли дает. Увидел, выступает Брежнев что-то, а есть такое выражение, человек перед смертью, он глазами водит, вот так называется, чесует. То есть отходит уже. Он посмотрел, так он же чесует, говорит. И правда, сейчас 2 дня он помер. Он видел. Вот представьте, память, какую Бог давал. Вот 1300 овечек, каждый год они разные овечки. Ягница. Он не записывает, он писать-то не умел. Все до одной овечки знают, какая с какой, с каким бараном погуляется. На память знает, когда она ягненка принесет. В деревне какая курица пойдет, он пилим дровам. В гусах-то дуралей, своих 3 гусихи к чужой пошел. Он видит и это знает. Как мы, я записываю, я знаю, как это делается. Составил каталог, какое пятно. Он это на память все знал. Это просто поражало. Вот, к слову сказать, мы решили один раз отца все-таки уловить, что он не знает. Стоял большой ларь с пшеницей, а пшеницы нет. Мать говорит, разберите его, он там 5 метров длиной из досок. Мы его разобрали, и там под ларем заплесневелый, заржавленный со щербинкой топор. Вот уж тут точно отец не знает. А его там положили 20 лет уже назад. Но мы подошли, тять, а сколько у тебя топоров? Топоров? Ну, один я пропастину, дохлых этих собакам рублю мясо. Один это я мясо свое рублю. Один тут у него на это 5 топоров. А этот черешок-то удавку ему сделал Павел. Больше нигде нет. Он нас посмотрел, мы, наверное, ларь разбирали. Мы так и ахнули. Ну, он там со щербинкой был, это поди заржавил уже, так все и было. Понимаете? Это вообще нельзя, значит. А он его только сунул, да как это можно было помнить-то 20-то лет, что он там заржавный лежит, он к нему подхода-то не было, он далеко там лежит. Вот я к этому отношу все. Опыт жизни. Берегите детей. И особенно целомудрие детей. Чтобы она не забывала, за кого вышла замуж, чтобы попутно всех не цепляла за себя, как Киркоров. Пошел. Или Пугачева. Притча 15.2. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Самая мудрость – это Слово Божие, знать его нужно. И всегда четко говорите. Вот у православных какое-то презрение к Слову Божию. Если даже и некоторые говорят, как Осипов, и то он говорит в каком-то пересказе, недосказывает. Почему прямо не открыть от и до, вот, в кавычки взятое. Глава, стих. Нет этого. И поэтому успеха никакого нет. Слово сказать, вот только что выступил патриарх Кирилл и снова там давал разносы, но толку-то никакого нету. Что ничего нет, все разваливается. Мне звонят с Хабаровска и говорит, он 5 лет назад ездил, говорил, полно развалено, ничего нету, разруха. Сейчас, говорит, даже разрухи нету. Просто нету. Людей было полно на Пасху вокруг храма, пишет человек, а сейчас нету, все секты подобрали. И он вышел, какая-то корейская, американская, а сейчас... Через интернет сколько нынче людей пришло, просто диво. И мы с ним записали ролик. И все спрашивают книги. Вот только вчера отправили опять в Америку. А осталось-то ничего. Это Бог делает. Истинное знание, оно откроется. Оно не наше знание. И с этим надо сказать. Надменья нет. А ты скажи своими словами. Своими словами глупость могу сказать. Притча 15.7. Уста мудрых распространяют знания. А сердце глупых не так. Не так. Откуда он это все знал? И вот сидел, то ли он выдумал, или ему было просветление мозгов. Это на всех языках мира. И все это знают. Детям-то это нужно вкладывать. Не одним евреям говорить. Учись, сынок, учись.
А у нас зачем учить пятерку? А еврейскому мальчику говорят, учи себе управлять миром, не областью. Этих, которые там государством, президентов, то мы их ставим. Это наши вассалы. Какое бы государство ни было, все они евреями, у евреев ставленники. Это мы делаем. И так, сынок, учись. И они его учат и учат. У нас бегает, играет все лето, а ему дают одну неделю, а дальше опять занимаются. Вы знаете, как нужно заниматься ребенком? К слову сказать, вы все слышали, Александр Македонский, завоеватель мира, к 30 годам Индию захватил. Но у него был отец. Поднимите руку, кто знает, как его звали отца? Филипп. Вот мало, два. Филипп. Филипп. И он все воевал, и основание-то он заложил. Но однажды приехали послы с Персии, а его нету. Ну, посидели там сколько, день-два, и говорят, ну, мы поехали, ну, может быть. А он узнал, а ему было, кажется, 5 лет, Александру Македонскому-то. Вот 5-летний-то ребенок что знает, кроме игрушек. И он говорит, скажите послам, что я их приму. А те услышали, засмеялись. Он сидит на кресле, ногами, как ребенок, машет. И вот начинает с ними разговаривать. А вы откуда? Да мы персы, ваше величество. А далеко это ваше, Персия это? Да далеко так. А сколько дней вы сюда шли? Ну, ответили, сколько дней. А дороги туда хорошие? Это. А где дорог нет, там построить можно? Они так ахнули. Это говорит только военачальник. Да и так и получилось. Он вышел и говорит, да у нас завоюет. И так и получилось. И Дарий пал там, и что только было, все перед ним. 5-летний ребенок, а где он? Натасканный с отцом. Он все время был, он видел. Отец интересуется именно вопросами, как покорить другое государство, как непокоривых заставить слушаться его. И такие вопросы. А у нас о чем ребенок будет спрашивать-то? Ну, испытайте просто. И поэтому там, где есть знания, какие они есть, эти знания, увеличивайте их и направляйте в нужное русло. Книжник наученный говорит, Царствие Божие это выносит старые и новые сокровищницы, старые знания. Павел был раввин, а смотри, как он повернул куда. 14 посланий благодаря тому, что раввин. Петр не мог написать, Иоанн не мог написать. Он старое знание применил на новом поприще. И далее. Притча 15.14. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Значит, искать нужно. Среди глупых не быть. Мне заходит товарищ один, начальник, вот тут поговорил с ним и говорит, посмотри, как это еще начало перестройки, вытаскивает, и там порнографические открытки. Он говорит, а зачем вы показываете? Этого не должно быть. И вы в столе держите. Так он другим этот начальник с товарищами кому показывал, распространял. Одно слово, и оно уже все ушло. И он говорит, до того мне неудобно стало. Уж сам потом рассказывает. Ты поставь так вопрос, что вот это знание, оно не нужно, оно вредное. Вот слово сказать, что означает вредно или совет надо дать. Вот в Китае, я вам, может, говорил об этом уже, у них такое обычай, что если сын женился, сноха обязательно должна жить с родителем. То есть он помощницу привел, а не просто отделить и сына потерять. Ну вот не заладилось у нее со свекровкой-то. Слово за слово и терпеть друг друга не могут. И она молодая, она ходит, а та-то дома. И она в другой город и нашла лекаря такого, говорит, дай мне такой травы, чтобы отравить свекровку. Житья никакого нет. Он говорит, дело-то опасное. Дал ей, говорит, ты помаленьку только давай, не сразу, сразу-то убили. Ну и при том, если она умрет сразу-то, люди, соседи знают, что мы между собой-то не дружны, да. Поэтому ты ласково по ней с ней разговаривай, и просто, чтобы никто не заметил. Так получилось. Проходит год, у них отношения наладились. И она опять туда, в тот город, и говорит, скорее дайте лекарство, чтобы я могла подсыпать, чтобы она не умерла. Он говорит, да не умирай, я просто дал специи, там никакого яда не было. Он дал главное лекарство, будь ласковая. Он дал ей знания. И, свекровка говорит, я не представляю свою жизнь без этой снохи. Где ты такую нашел, сын мой? Вы совет дайте такой. А что нужно? Ну, то, что нам в Библии написано. Жена да учится в безмолвии, учить жене не позволяй. По этой графе пройдись по нашим женам-то. Ну, ты, у которых нет жен, остались так. А ты заранее ей скажи это. Вышла замуж, превратись в камень. Иоанн Златоуст. А как? Он сказал, и все. Письмо написала, пока он аминь не поставит, не посылай. Так это диктатор. Именно так Бог и поставил. Диктатор – это глава. А так воспитывают детей. Муж вышел или при детях, чтобы никакого скандала не было. Он за дверь, я говорю, у нас родители. Я даже не знаю, были всякие дела. Я глазенки вытаращу, что там мне. Только отец за дверь, мать совершенно о другом, о горшках говорит. Мать вышла, отец сразу о скотине или о чем-то разговаривает.
Сохрани Бог тебя про мужа, при детях говорить плохо. Ты потеряла их. Ты будешь как изверг сама. Вот мы взяли китайскую мудрость. Сирахов 5.28. Ибо в слове познается мудрость, и в речи языка знание. В советское время. Я написал заявление, что на пятый этаж женщины носят на себе, надрывают животы. Ну, приехал начальник оттуда, я ему стал говорить. И стал просто сильно упрекать их. Это еще советская власть была. Он так по-русски не мог на меня. А у вас язык евангельский. Откуда он это взял где-то? Что он уж там сделал-то? Ну, последствий никаких не было, но какой-то храм все-таки поставили. Они раствор-то таскают туда. Вот Надежда Васильевна одна из них, она у нее вся внутренность все опустилась. И у нас это все допустимо. Язык должен быть, чтобы несколько слов, и как припечатано было. Сирахов 20.19. И не есть мудрость знания худого, и нет разума, где совет грешников. Это знание, это фильмы, это книги. Ты кратко содержание скажи, о чем-то меня не касается. На суде Божьем спросится, нет. В жизни поможет, нет. Все эти Мапассаны, Золя, Дидро, Руссо, Вольтеры, это мимо прошло. Оно в мой дом не вхоже, я им только в печь. Мне приходилось несколько больших, громадных библиотек приводить в состояние стойки смирно перед Христом. Меня приглашали туда. Мировая литература. Хорошие оставляем. Которые истинно нужны христианину, на первое место. А которые вредны, ну, безразличные, сдать, там, продать. А остальные уничтожить все. И все. Так это ты варвар будешь. Ну, от варвара прими совет. Ты же ко мне обратился, за мной приехал. Дальше. Сирахов 20.19. Я прочитал, да? Сирахов 20.21. Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием и приступающий закон. Богобоязненный, даже немного это и что, и скажешь, промолчал. И иногда в молчании видна мудрость. Потому написано так, богатый заговорил, превознесли до облаков, а заговорил бедный, все, кто это такой? Это Сирахов говорит об этом. Но слово, сказанное по слову Божию, оно имеет силу. У меня очень большой опыт. Я встречался с такими начальниками, с генералами, уже там вплоть до министра в Москве было. Одно евангельское слово, и как будто все предыдущее куда-то кто-то увел. И он как делается совершенно парализованный. И уже рассуждает по тому руслу, которым ты его поведешь. Но это надо знать, когда сказать, какое место писания. 1 Тимофея 6.20. Лжеименного знания. Лжеименного. Всякие еретические, сектантские книжки. Надо смотреть, хорошие они или нет. Мы приехали в одно поселение, и нам говорят, а тут уже были, раздавали. Брошюры мы, Евангелие раздавали. А кто они такие? Это какие-то там баптисты или кто, не знаю. Там. Ну, батюшка сказал принести все, и мы принесли. И они из председателя совета сожгли во дворе. А одна бабушка говорит, а я не отдала. Я говорю, ну принеси. Она принесла вот такой буклетик, как вот упадал-то. Там настолько хорошо написано, это отделенные баптисты. Они здесь где-то на энтузиастов. Ну замечательно, да как? А мы ему отдали. Он не отдаст, так он не отдаст, конечно. Он и сжег. Даже сектантское бывает. Ты на это не смотри, дух дышит где хочет. Надо сначала проверить. И дальше. Пожалуйста, слушайте, потом... Первое послание Коринфянам 12.8 и 13.8. Знание упразднится. Это в вечности будет. Останется одна любовь. Знание, то есть устранится, его не будет. А зачем знать, когда сам Господь будет и все будет Духом Святым открывать? Не надо будет листать учебники, не надо будет конспекты составлять. Как-то будет по-другому. Там будет древо жизни, которое будет 12 раз давать плоды и... Листья для исцеления. Исцеление какого? От незнания и прочее. Это духовный смысл. 1 Коринфянам 8.1. О, вот о чем зашла речь. Пожалуйста, считай. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Вот о чем, куда относится это? Какое знание надмевает? Теперь, пожалуйста, прочитай. Толкование блаженного Феофилакта и на этот стих. Слушайте. Некоторые из коринфян были совершенны,
и зная, что входящее в уста не оскверняет человека. Матфея 15:11. Это хорошее знание. И что идолы, суть деревья и камни, и не могут вредить. Безразлично входили в капище и ели идоложертвенное. Они знали, но зачем входили это в капище, ели это? Знание надмевает. А я знаю, что это ничего не значит. Я говорю, а как с тобой эта беда случилась? Зашел к кришнаитам, а они дали яблоко. Яблоко дали, ты съел, да. И по сегодняшний день голова болит. 20 лет не может избавиться никаким лекарством. Другие же, менее совершенные, видя таковых, и сами входили в капище и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, как первые, а думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим, совершенным, тем, что они услаждались бесовскими яствами, а несовершенным тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло и по своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным. И, во-первых, усмиряет гордость знанием и говорит: «Не вы одни имеете это знание, но все мы знаем, что идол есть ничто в мире. Однако же это знание не только не приносит никакой пользы, но еще и вредит, воздымая и надмевая имеющего оное, и через то отделяя его от ближнего, если вместе с ним знанием не будет и любви, которая, напротив, может созидать. Ибо что знание без любви разрушает, то любовь восстановляет и созидает, все делая в пользу ближнего». То есть дальше эта глава как раз об этом говорит. Больше ни о чем здесь не говорится. Не о знании, а о знании то, что идолы ничто, и они ели, на это не смотрели. Куда попало произвольно прилеплять, это не надо. Не просто знание, а знание, что идол есть ничто, поэтому я захожу и ем. Вот конкретная цель. У нас этого нету. Я хотел спросить, вы знаете, есть такой некрополь перед где-то Спасскими башнями, там Ленин лежит, Ульянов. Кто ходил туда, смотрел эту вяленую воблу? Некрополь в Афинах. Вот мало где-то. Зачем же ходили туда? Зачем? Какая нужда? Я многократно был, и заходили там в Кремль Василия Блаженного туда. Зачем? Большего злодея мир не знал. Не знал. Его даже с Гитлером нельзя сравнивать. Даже близко нельзя ставить. Никогда не интересуйтесь тем, что вредно, тем более вы это слышали. Если вы это не понимаете, послушайте, об этом говорит отец Дмитрий Смирнов. Большего злодея мир не знал за всю историю. А куда его? Ну только ближайший день во Вселенной распылить его, чтобы нигде не было. На земле даже праху, чтобы его не было. Ну ладно. Последний еще. Давай. 1 Коринфянам 8:3. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Так. Я вот хотел сегодня сказать, Миша, Михаил Петрович, для тебя сегодняшний день от вчерашнего чем отличается от того, что было в течение года? Тем, что я возвратился в церковь. А где ты был? Почему тебя не было здесь? Почему с оглашенными ты выходил? Я, как сказать, нарушил церковный устав. Ну, определенно, что? То есть греха-то никакого? Ну, пьянствовал. Пьянствовал. Вот понимаете, я к чему это сказал? Не его унизить как-то, он благословен у Господа. Да. Кончится срок, отличается на 2 года. Сколько ты не причащался? Ну, больше 2 лет. Больше 2. Это пример тем, кто будет слушать. Говорят, если включить правила, каноны, то никого не будет в церкви. Это обман. У нас есть люди, которые были по 5, по 7 лет, стояли в коридоре, выходили, 8, а теперь приняты. 8 лет. 8. Понятно? Это доказательство. Мы, наша община не просто община. Садись, пожалуйста. Да благословит тебя Господь. Спасибо, Христос. Видите как? И он сам подошел и спрашивает в прошлое воскресенье, а сколько мне еще быть? Я говорю, а ты к батюшке подойти. Ты вчера пришел на исповедь, сегодня уже причастник. Еще раз доказываем, что каноны церковные церковью матерью даны для жизни, не для того, чтобы попы ими играли. Так так делать, да вы к одному приравниваете, ереси гонят. Каноны, 6-й Вселенский собор, 2-е правило, написано, трубы Духа Святого. Вот ты испытай их сначала. У нас есть еще, когда выходят люди, он нарушает, значит, он нарушает, так у него и идет дальше. Так, немножко еще. Ко мне подходили не раз
Вот насчет этого отрока, Андрея. Подходит к нему и, дескать, вот он зарос, и невозможно, и говорили, и не слушают. Я говорю, давайте по канонам посмотрим, где он нарушил. Волосы у него короткие. Они не по плечам у него. Он не делает, как все, как вот мы сзади постригаем, там, под польку, там, под бокс или как-то. Я могу ему сказать это, а как я скажу, он скажет, а, ну ладно, если он промолчит. А он мне скажет, а я что, нарушил? Нет. Другое дело, если он начнет делать, отдельно песни отпускать, как-то, едику идеям. Или сейчас постригает, а сзади хвостик там, это ребятишки делают. Тогда я спрошу. Он просто обрезает их одинаково, он ничем не нарушил. Бороду не трогает. То есть он не повинен совершенно в этом. И поэтому, ну, меня подталкивает, на это не надо. Я тоже хотел бы, чтобы он постригся-то, но я даже никогда и не подойду. Он ничего не нарушил. У нас один, кто нарушает это правило, у кого косичка. Вы знаете. Да. Уже сколько раз я не говорил, и ничего не могу сделать-то. Вот это не должно быть. Вот так. А что не причащаешься больше года, стоишь где-то, обязательно сходить на исповедь, и чтобы была наложена епитимия. Я не встреваю ни в грехи, мне это не надо. У нас, если в течение года не причащается, он соглашенным не должен выходить. Ну, это для того, чтобы человек не коснел в грехе. Дальше. У меня большая в прошлом году была неприятность. Машина дорогой сломалась. И отосланные книги, 3 тонны с лишним, они застряли в контейнере, так и лежат там перегруженные в Калужской области. Чтобы Бог нашел кого-то, я уже не поеду, я не способен к этому. И чтобы, ну кто поехать? Ну обязательно Виктор Николаевич Савченко, потому что он все знает. Главное, туда должен быть шофер. За границу не ехать, все легче. Сразу начиная с Мурманска и там Коми. Уже договорились насчет книг, там где снимали Левиафана. Уже с этой библиотекой договорились даже. Получили ответ. Помолиться надо. У кого книги находятся, его звать Владимир, чтобы он потерпел. Мы заняли большое место у него, большой контейнер. Книги развести бесплатно по библиотекам. Что у нас нету? Так, в интернете я увидел, как старообрядцы в Барнауле устроили тут концерт. Вчера не просмотрел, раз другой. Поп Никола Думнов там выступает, показывает книга, как петь, то другое. Девушки наполовину голова открытая. Смотреть даже не стоит. Лесопка на руке, она никому не нужна. То есть это атрибутика, которая никакого смысла даже не имеет. И о Слове Божьем вообще речи нету. Это в чистом виде старообрядчество. Кто хочет иметь такое, вот мы никогда не задерживали. То есть может сходить там на партизанское. Я им это говорил. И они такие и есть. Поют хорошо, и даже поют эти хоры, а поют это аминь они считают. Аминь, минуты 3-4, слово аминь. Никто ничего не понимает, а за ними выступает московская патриархия, как бы там концертный зал. У тех так платят до пола, а здесь разрезано вот так, разрез пересекает, даже груди идет. А старобрядцы одеты как положено. Ну друг у друга возьмите доброе. Этим хлопают в ладоши, а старые обрядцы сказали, мы пели это божественно, в ладоши хлопать не надо, похвала от Бога. Они тут не сказали, я просто знаю, там было как. То есть это резервация, как для индейцев. Их держат в этом положении, вот они придут, покажут, как хижину строить, что делать, как ни одного евангельского слова, ни одного библейского изречения нигде не скажут. Еще. К крещению. Вот готовятся люди. Как-то включите в свою молитву. Господи, кто готовится к крещению, мы не можем их долго здесь держать. Они уже ходят, они прекратили причащаться, раз готовятся к крещению, моченые. Чтобы Бог дал им силу. На них гонения устраивают священники прям там на месте. Мужья, нажженные, вплоть до поместить в психиатрическую лечебницу, это ненормальные. А сами тайно приезжают к нам из Московской патриархии священники, крестят и едут опять служат. Ну, не было погружения, ничего и нету. Раз нету. И вот начинают придумывать разные. Я по этой теме много работаю в интернете. И люди сдвигаются, идут священникам. Архиерей говорит, крестите. Архиерей один нашелся и говорит в Красноярском крае. Бочонок покрестить. Приходит к священнику, не крестит. Вообще не подчиняется. Патриарх Алексей II сказал, 98% священников вообще не слышат меня. Ну, 98, это много все-таки. Цыпенникова Евгения Павловна проводила 5 лет этот опрос студентов и показала, на 300 крещенных, то есть моченых, только один что-то знает.
0,3%. Она 5 лет вела научные исследования. Так, насчет Пасхи договорились, во сколько мы приходим? Значит, предлагается точка отсчета 10 часов вечера собраться здесь. Но я хочу уточнить по времени, чтобы это было засветло. Вот приезжайте так, чтобы, я так думаю, чтобы да, правильно думаю. Засветло приехать сюда, посидите там, покушаете, почитаете. Но вот первое, чтобы начиналось чтение у нас в 10, чтобы мы успели прочитать деяния. А потом в 12 мы будем встречать. Подожди, стой. Все забыли, дай-ка я скажу. Говори. Я вижу больше так, опыта. Так, все. Деяния святых апостолов, если 8 часов начнем читать, еще не дочитаем. 8 часов 8? Начинаем читать и не дочитываем. А, ну вот тогда. Это и хорошо, если кто-то быстро читает. Тут мне тогда эти помогли. Дроботы приехали, 8 часов, они как из пулемета все. И раз там уже в 10 часов собираются, а там уже дочитываем. Это вот да. Потому что мы уже в половину начинаем от 12-го. То есть у нас всего 2 часа получается, 3 часа получается чтение. Дальше. Всегда собираются не засветло. Вы что, засветло? Сейчас все заслы. Что вы тут делать-то будете? Собираются к 11 часам. Вот как собираются. А засветло это... Ну, кто может упасть или что-нибудь, чтобы дошел. Это другой разговор. Но я вам так хочу сказать. У нас это всегда происходит, сборы. И никогда 8 часов никого здесь еще не было. А 8 это уже заканчивается. Светать в это время уже. 8 никого нету. Обычно начинают собираться в начале 10 часа. И постепенно заполняется. Ну, тут сестры начинают столы там уже. Ну, то есть у них есть чем заняться как бы. Поэтому смотрите сами, но до 11 часов надо уже всем быть здесь, это да. Потому что после 11, во-первых, там уже и транспорта никакого нету, тут уже людей нигде ничего нету. И что там дальше может случиться, сами понимаете. Тогда давайте с 8 до 10:30. Брат уточнил, так это еще лучше, с 8, так это получается все равно светлее будет. Засветло может быть. То есть с 8 часов, особенно желательно братьям, тем кто крепок, приходить сюда на чтение деяний святых апостолов. Вообще по идее. Присутствовала вся церковь. Ну а теперь деяния никому нужны-то. Апостолы померли, но остальное там неинтересно уже. Общин нету все равно. А те, кто желает знать, какие были твердые общины, что нужно делать, как нужно к епископу своему относиться и какой он должен быть, какие должны быть пастыри, вперед приходите и начинаем читать. Братья, еще обдумать надо, кто с машинами, чтобы... Всех сестер развести по домам. Ну там есть, конечно, вариант такси, но чтобы, если есть возможность, своими силами всех развести. Нет, там не так, у нас немножко не так. Никто не забывайте своих машин дома. Вот как нужно говорить. У кого есть машина, сюда приносите ее. А отсюда уже будете развозить всех. Обычно нам хватает, там 1-2 человека довезут, где ближайшие, и обратно возвращаются за своими семьями. Вот Костя развозил тогда, Севастьян, брат. Они развозили, тут, которые ближайшие. А потом там он к своим едет, а Севастьян вообще, у него там Пасха будет еще, они утром только придут. Ему можно вообще всех развезти. И машина, кстати, у него. Так, хорошая. Этому, Игорь, добавить надо. Просто строго поставить. Никому отсюда ночью пешком не уходить. У Надежды Васильевны есть пристанище, там целое общежитие. И вот здесь оставайтесь. Расцветает, тогда идите. Это всеми понятно будет. Почему? Потому что сейчас такая скользота уже. И такая темень будет, когда мы выйдем. Потому что, концерт там все, и в 3 часа, в начале 4 мы уже, как говорится, будем расходиться. Поэтому, конечно, всех развезут. Никто, чтобы отсюда... Это, Лена, скажи. Я еще хотел добавить, значит, вот о чем, о детях. Игнатий Тихонович прям точно сформулировал вот это вот место о детях Писания, вот про о знаниях. Вы понимаете, как у нас получается? Есть люди неверующие, а есть верующие. И еще третья категория, обычно о ней никто и не знал, и я не знал сам. Это дети верующих людей. Вы понимаете, они не могут никуда уйти. Они бы уж давно плюнули бы, которые побольше, и разошлись бы. Но они с родителями, с верующими, им приходится сюда ходить. Я веду занятия у детей, и когда они начинают подрастать, это я вот заметил на последних занятиях. Особенно девочки. Пацаны, они как-то строгие, еще не выросли, как-то маловато. А они уже взрослые девчонки. И я смотрю, они ведут себя как неверующие. То есть мимика, ответы. Как они слова строят, предложения свои. Они не уверовали, понимаете? Они верующие и неверующие.
как отец сказал, верю Господи, помоги моему неверию. Они также могут воскликнуть, но они не восклицают, потому что они не знают. Душа их еще навстречу Христу не открылась. У меня такая мысль возникла. У нас очень мало верующих и молодежи. Я даже вот не знаю, ну-ка, Никит, встань. Вот верующий он до конца или неверующий, я не могу понять. Христос в его сердце постучался, никакой конформации-то не было, понимаете, у него. Мы с ним не беседовали, ничего. Он рос. Знаю мать его, отца знаю, они верующие. А вот он вырос верующим, нет, сестры его верующие, садись, все, я бы сказал. Это, ну, а он с меня ростом уже выше будет скоро, понимаете? А время подошло, а ему, ну как, его никто не спрашивает, кому он нужен, этот Васька. Понимаете, получается так. Мы все, ну, молимся за них, все, они живы, здоровы. Он будет здоровый, здоровее всех живых, как говорится. Но толку-то какого, если он не будет с нами? Если он не будет... Вот брат-то Сергий в тот раз встал, почему там начал говорить о батюшке? Я говорю, что ты встал-то? А его вот этот вот подвиг, вопрос мой, значит, давай сейчас еще и дальше продолжим, чтобы еще они на благовестие ходили. То есть он не о батюшке вопрос-то задавал совсем. Это уже он потом что-то начал там лепить. А он задавал-то о молодежи. Мы-то об этом говорим. Мы-то сами верующие, это понятно. Меня Господь стучал и достучался. Я открыл сердце ему. Это было 31 год. Это вы понимаете? Я уже в грехах прожил столько лет. Я их хапал эти грехи. И в конечном итоге это меня и привело к тому, чтобы свою жизнь пересмотреть. Что она неправильная. Вдруг сердце открылось. Но это Христос сделал. Они-то это сердце не могут так открыть. А обязательства есть. Я вот Тарасию говорю, моему крестнику, говорю, Тарасий, я тебя вот на такого маленького держал, вот на ладошке у меня умещался ты, на одной руке, чего там держать-то было, и читал за тебя, говорю, символ веры. Я говорю, вот теперь ты-то обязан этот символ веры воплотить в свое сердце, так это принять Христа. Ну а как? Я-то стараюсь, вот на занятиях своих, я не стараюсь, вот как сестры, они стараются знания дать. Ну, чтобы они заучивали места Писания, там, стихи о Христе и так далее. Я только по Слову Божию. Я рассказываю им Слово Божие, читаю, потом рассказываю. И стараюсь перевести на их жизнь, на их детскую жизнь. Вы понимаете, у них другая жизнь, у них жизнь не наша. И я пытаюсь войти в их жизнь, вопросы им задаю, потому что я уж кое-что забыл, как я маленький-то был. И они мне начинают отвечать, и я как вспомню. Так это меня вообще ничего не интересовало-то. Какие о Христе, вы понимаете, спасение души, вечная жизнь. Они вечные, они... Любого спросит, ты умрешь, нет, он... Как, чего он будет умирать? Он же маленький еще, понимаете? И я подумал, вот что. Мы чересчур серьезные для них, понимаете? Я уверовал, когда уже все было. Им надо не то, что учителей, а такие встречи с людьми. Вот как было у Геннадия Фаста, когда он рассказывал, помните вот это? Они собираются, у них молодежь есть, и есть молодежное движение, и там молодежные вожаки как бы у них. Ну, не пастыри, а вот... И они с ними беседуют на том вот уровне, на котором они только что прошли, они это. Они сами не были верующими. Вы знаете, какие переживания у Фаста? Им надо вот, это, вот может быть, и это читать как-то, я даже не знаю. Но ближе всего... Надо брать вот молодежь, вот у нас Лена, вот Никита, но я не знаю, верующий он или нет, вот в чем дело. И начинать, чтобы они с ними как бы встречались, и смотреть рядом, и разговор их направлять в то русло, которое им нужно для того, чтобы они начали вот это вот познавать, верующие они или нет-то. Потому что, я вам говорю еще раз, что вот подрастающие наши девочки, вот 13-е, это все, их поведение уже неверующих детей, у них... Они даже не понимают, как они ведут себя. Я только как посмотрю, как вот Ксюха смотрит. Или вот сейчас наша, можно сказать, передовая девочка, это, Ливия. Она же это, ну просто шедевр. Вы знаете, как она играет? Она этом будет, как не Распоповичем, а этот Рихардом новым, может быть. На пианино. Все первые места везде, в крае уже везде, там и дальше союз пойдет. Но это ей не дает веры, понимаете, в чем дело? Да, будет. Вот я вот смотрю, Маша, может Маша что-то может им сказать. Но однако такие встречи, мне кажется, нужны. Именно молодежь, понимаете? Иначе мы их потеряем. А мы замолимся, как все православные. Мы канонами, слава Богу, за все будем стучать. А все мимо будет. Господь будет, ну, давать им здоровье, все остальное. Но... Господь не может им дать веры без их самих.
Вы понимаете, в чем дело? И у вас, может быть, есть горячее желание показать что-то им, а они нас не понимают. Я вот с ними пытаюсь беседовать, и иногда они начинают себя вести вот со мной, обыкновенно, как они себя ведут. Я смотрю, они неверующие. Ну, маленькие дети, на них ничего нельзя сказать. Они просто хорошие, аккуратные, приятные, добрые, отзывчивые. Как вот собачки воспитанные вот у Сергея Павловича. Все, они молодцы. Прям охота каждого макушку расцеловать, как вот Надежда Васильевна любит всех целовать, все ласточки. Но когда им уже 12-13, не забудьте, в 12 лет, где у нас, вот Политыкина, ее дочка встала и сказала, что она сказала? А я не пойду больше в церковь. Все, баста! Надо мной власть поимела и хватит. Вот так вот было. И первая также, и вторая. Ну, первая она как-то еще со смехом. Просто она даже никогда не думала. А эта-то уже Маша, она да кипела-кипела, и у ней наполнилось пол. Ну, ее было видно, она все отворачивалась всегда везде. А у нас-то дети такая ж... не просто жалко, мы потеряем просто такую братскую нашу общину молодежную. И где кто нам встанет, как говорится, уже пора вставать уставшим бойцам на помощь. Еще немного, немного, и у нас уже на пятый этаж не только я не смогу заходить, уже, может, и Сергей Павлович даже. Останется там раз-два и обчелся. Поэтому надо вот это обдумать, сестрам тоже продумать, я вот те, кто, у кого дети есть, и подключить молодежь нашу, подключить к ним. Те, кто себя здесь проявляют, кто, ну, что-то пережили уже, и кто действительно показывал веру. Вот Лену я... Очень большое у меня этот, желание, потому что Лена, она в свое время, вот этот 13-летний возраст, она такие вопросы, она просто была исключительным ребенком в этом плане религиозном. Большие, да, большие, как бы у нас были на нее надежды, да, возлагались. Но потом там случилось кое-что, может быть, это как раз ей поможет. Поговорить с ними. Не просто они там где-то между собойчики будут устраивать, там вот как у нас любят иногда сестры. Нет, не так надо. Это надо, чтобы были полноценные занятия, по Слову Божьему, с подготовкой. Ну а дальше там уже, какие вопросы задавать и так далее. Это, ну никто из православных просто этим, я так понимаю, никогда не занимается. Они дети бегают там вот так, носятся. Это Соня моя приехала, племянница, она ничего сделать-то не может, привыкла по храму там хороводничать. А тут все дети стоят, она тоже встала, туда повернется, сюда повернется, а все стоят дети. Никого не задеть нельзя, ту тряхнула, это тряхнула, а они как столбы, как мертвые люди. Ну и она сама встала тоже и стоит в растерянности. И так она растеряна и достояла до конца. Это воспитание через детей, это... Очень важное, вот как она, это, собаки воспитываются, если есть воспитанная собака, ее практически очень быстро можно, другую невоспитанную, она смотрит и все. И вот так же вот у детей тоже у нас должно быть. Но это не рефлекс, вера, понимаете, опять же. Кто-то из них уверует, кто-то нет. Но мы должны все сделать для того, чтобы сердце кровью не обливалось. Вам-то, ну что, вы там стоите, молитесь, а я-то здесь веду занятия. Я хочу, чтобы они любили Слово Божье, жаждали его, вопросы бы вот были, а у них ничего. И я стараюсь все свою вот любовь к Библии, не знание, что там знание, вы о чем говорите? Знания это, ну, они должны быть, когда ты кого-то учишь. Ну вот любовь показать к Библии, как она раскрывает, как она вот мне помогала. Но я-то уже все-таки вырос, мне уже 50 лет, понимаете, а они дети совсем. Ладно, знания им просто дать. Вы понимаете, о чем я говорю, сестры? Понимаю, когда и аминь. Молиться надо. Спасибо Христу. Слава Христу. Еще хотел сказать, продолжают шепотом разговаривать, передавать друг другу. И дети сразу это замечают и начинают шептать друг другу. Короче, все шепчутся, причем женского пола. Все там постоянно. Вот просто у меня это колени больные. Все, я иногда присаживаюсь в тот момент, когда... Там на клиросе не стою. И я замечаю. Это я просто, ну, присаживаюсь там на 5 минут, на 7, 2 там раза может. Ну, представляете, все, пока я не присаживаюсь, вы что там так и все и разговариваете, что ли, там шепчетесь. Это у нас что получается? Исполнения нету. Ну, вы же не исполняете. Не забудьте, когда пойдете на исповедь, говорите, что, батюшка, Господи, я постоянно говорю в храме твоем. Чего говорю, сама не знаю. То есть безумие говорю я. Они слушают слов, которые в этот момент проповедь говорят. Там братья кричат, там сестры отлично поют, прекрасно просто. Нет, это никого не волнует. Что-то там шепчутся, передают друг другу какие-то информации. Сестры, еще когда вы заходите в храм, у вас вот сейчас зима, вы там много, видать, поддеваете что-то.
И у вас юбки, они уже не стали доставать 10 сантиметров, как у нас должно быть. Я как исполнитель, старший наблюдатель, вам говорю, одергивайте свои юбки. Потому что я знаю, сестра одна стояла вот так вот юбка от пола. Я подошел и сказал, она, ну что ты меня тут учить будешь? Я говорю, ну ладно, пошел за Игнатием Тихоновичем. Думаю, сейчас вдвоем справимся. Поворачиваюсь. Ну, это как-то случайно. А она вот так юбку раз-раз-раз-раз-раз опустила и стоит уже. Я такой пошел, говорю, Игнат Ильич, вот сейчас такой-то случай был. Вы сейчас придете, юбка у нее уже нормальная. То есть я виноват по уши уже. И Дыбунов пристает, измеряет, там все, он плохой. Его нужно убрать со всех должностей. Это что такое? Всем досаждает. Я говорю, вот так не надо поступать. Это была Раиса Николаевна давно еще, до того, как она ушла. Она вообще много чего забыла, но я ей тут напоминаю. Она, этого быть не может, я такой не была. Вот потрясение с ее зрением такое было, что она забыла, какая она была, вот такая вот досадливая. Сидела вот там и все время мне что-то там такое. А сейчас, нет, я такой, ты, это ты о другой говоришь, это не я. Ты забыл просто, это другая какая-то была, говорит. Ушла, наверное. Я говорю, да, это другая, она ушла. Каждое собрание по-своему уникально, интересно. Вот сегодня необычное было собрание, чем? Для меня лично. Как бриллиант в оправе золотой, так и Слово Божие в оправе наших многих слов, даже умных, хороших слов. Вот сегодня Игнат Тихонович подготовил большой материал, причем прокомментировал это все. Прокомментировал подробно стихи Священного Писания. И очень важные стихи были приведены. Я еще коротко обращу на это внимание, чтобы мы на фоне всех другой информации, которую вы здесь получили, запомнили, что мы сегодня слышали о знаниях. Потому что без знания, без точного знания спасения, нам спастись невозможно. Во-первых. Во-вторых, мы не сможем помочь другим спастись. И тогда мы уже ответим не только за свою погибшую душу, но еще за тех людей, до кого мы не донесли путь спасения. А у врага рода человеческого такое есть желание. Чтобы люди не спаслись, они не должны ничего знать. А чтобы ничего не знали, надо их обвинить во всех тяжких грехах, в гордости. Ты гордый, ты надменный, ты знаешь, знание надмевает. Один стих, когда ко Христу подошел сатана, он тоже приводил места Священного Писания. Он ничего от тебя не говорил, но он приводил их в искаженном виде. Христос Словом Божьим отбивал. Поэтому запомним сегодняшнее собрание тем, что мы слышали. Желательно подойти к Игнату Тихоновичу, к брату. Второе. Мне приятно видеть брата Сергея Пупкова в качестве чтеца словес божественных. Просто приятно. Он был кроток, смирен, все выполнял. Вот таким, брат, тебе пожелание и быть далее. Все делать по совету и по благословению. И даже на благовестии, когда мы проводим это мероприятие, советуйся вот с братом Игорем Дыбуновым, кому раздавать священные писания, как раздавать, в каком количестве, советуйся. В прошлый раз там был небольшой инцидент, но это отдельно. То есть всегда надо советоваться, и только по благословению. Если мы одна группа, мы должны работать как одно целое. Аминь. Если мы отдельно, то как отдельно. Вот. Приятно видеть, что все-таки обличение взрослых наших братьев и сестер подействовало на прошлом собрании. Были представители всех, наверное, все сюда скучились. Ну, основную часть собрания отсидели. Слава тебе, Господи. Ну, кто-то по каким-то причинам ушел, видите, наши ряды помелели. Ну и на сегодняшний момент у нас сейчас даже на собрании есть представители взрослых, представители детей, представители молодежи, представители немощных, вот таких. Все представители сохранились, то есть собрание состоялось. Благодарю всех, что все-таки услышали. И для чего мы это говорим? И о церковной дисциплине брат говорил. Почему? Вот 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Чтобы мы, если говорим Слово Божие кому-то людям, чтобы нам никто не сказал, а вот ты сам не исполняешь. Вот чтобы там так не сказали, будем сами соблюдать церковную дисциплину, не обижаться на обличающих, может быть, кто-то не так сказал, не подошел. Любите, потому что обличение – это подвиг. Никто не хочет портить отношения друг с другом. А когда ты обличаешь, ты идешь автоматически на конфронтацию. Ты знаешь, но в голове разумного обличителя всегда множество вариантов, как подойти, какое время найти. Вот об этом я говорю. Поэтому молитесь и за брата Игоря, чтобы Бог ему давал разумение, как это делать. Это искусство очень сложное, чтобы и в семье, и в личной жизни, во всем, чтобы был успех по благословению Божию. Брат. Я еще хотел сказать о крещении. Игнат Тихонович сказал, руку подняли. Вот
брат, ой, ну, будем говорить, Борис, наш брат по Адаму пока, он желает стать оглашенным. То есть подает, хочет подать очень сильно заявление к крещению. Уже все мы прошли, сегодня он должен был рукописный принести, но он там что-то до конца, видать, сердце еще Господь руку не направил. Но желание уже все у него созрело полностью. То есть он хочет быть оглашенным и стать членом нашей общины. Ну, то есть с батюшкой еще разговоров, правда, не было. Но, я так думаю, предварительно молитвы всех не помешают. А то у нас как сестры любят, там, ну, что-нибудь такое случилось у них, там, поездка или что, или вдруг там за ребенок должен родиться. И таят до победного. Уже ребенок ручки показывает. Ну, теперь все, чтобы не сглазили, что ли, я понять не могу. Да вы что, не понимаете, что ли? Он такой маленький, он уже человек, он уже может членом нашей общины быть. Вы, молиться надо всем о здоровье, это женщины. Женщины слабенькие сегодня пошли. Нет, таят, таят, дотаились уже, все потом. Ну ладно, сегодня мы тебе расскажем. Великое дело сделали, другая там мужа приобрела в Америке. Да ты, замолиться же надо, а вдруг сглажу и приедет черт с рогами. Так это, приедет-то он, когда никто не будет молиться. Ну и мы видим, чем это заканчивается тоже. Ну в общем и так далее, у нас все вот так. Вы, почему вы такие таинственные? Вы что думаете, если вы там покупаете какую-то дорогостоящую машинищу и только здесь ее увидели, когда батюшка освещает, то вы что-то необыкновенное приобрели, что ли? Да ты наоборот, собираешься что-то покупать, ты скажи. Я вот о своем доме как начал строить и только на ваших молитвах построил. Я бы в жизнь своими руками, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Мне только воровать надо было или в юристы идти. Потому что нигде больше не заработаешь таких денег, чтобы построить дом-то. Да еще это, в центре города, я же не просто так, там еще, правда, дальше. Ну, дом у меня построен, все, я дом построил, сейчас завершающие документы идут, все. И потом будет вот, скоро будет освящение. С батюшкой уже договоры, переговоры идут. Скоро, чтобы батюшка осветил дом, чтобы никакие там не взошли. Руками верующих братьев строился он. Всегда с молитвой. Сейчас там занятия проходят. Занятия продолжаются на Страстной Седмице. Я не знаю, как у нас будет. У нас, видите, занятия в 2 часа проходят дня. В среду и в пятницу. Но в среду и начинается чтение страстных Евангелий. А в пятницу там вынос плащаницы и так далее. Если кто-то не придет, то ну, кто пойдет в храмы, а кто нет, милости просим на занятия. Занятия у нас снимаются под камеру, потому что многие люди почему-то заинтересовались. Мы начинаем тут как-то анализировать, что их там интересует. Ну, наверное, потому что они тоже такие же люди, только они не проводят занятий сами. И это интересно может быть. Брат плавно переключился на дом. И помолитесь о брате Игоре, чтобы дом достроился. Он сказал о том, чтобы помолиться о Борисе, чтобы Бог его довел. Потому что если человек умирает некрещенным, по нашей вере, Игорь, он... спроси еще, женщина, все интересуются. Интересуются, да. Ну, вот. Он девочку. Да, да, у нас, то есть уже о Борисе мы будем молиться, помните о нем. Борису надо найти друзей своих здесь, в общине, и поручителей, чтобы это все было не новизной, а то у нас было так, что в прошлый раз да уже до крещения доходить, а кто поручитель? А я не знаю. Но это не серьезно. То есть все заранее изучить этот вопрос, как будет церковно-приходской совет проходить, потому что это дело своей души. Все добровольно, но ты, если хочешь жить по законам церкви, надо по закону эти знать. И у нас женщина пришла в гости, сестра. Я не знаю, к сожалению, как ее звать. Вы не хотели бы нам что-то сказать? Кто вы, откуда? Я с Новоалтайска. Вот. Познакомилась я. Вас как звать, скажите? Пожалуйста. Лена меня зовут. Елена. Да. Я хотела познакомиться, нашла вас. На сайте очень много прочитала. И через интернет, в общем, получается. Ну да, и через интернет тоже. А визитку вам дали или как? У вас как вы пришли к интернету-то как подошли? Ну, в смысле, к нам, на сайт. На сайте. На сайте нашли? Ну, я вообще человек такой. Сайт вы нашли? Я хотела найти просто там, где бы я обрела веру и людей, которые искренне. Ага, то есть вы молились Богу?
Я так понимаю. Да. Ну, Господь вам открыл это. И сайт вы нашли как-то вы сами, да, нашли? Да, она я нашла меня в интернете, да. А я ей дал сайт. Я забыл. А, вон как так. Я давал объявление, что познакомлюсь с верующими людьми, которые бы хотели изучать Слово Божье. О, это в том, это позатомное году еще. Нет, я недавно такое, на Авито дал объявление. А, вот. И вот Лена мне позвонила, я ей сказал, что у нас есть сайт. Она заинтересовалась и попросилась прийти на занятия. А церковную дисциплину показывал ей кто-нибудь 16 пунктов? Я ей вчера по скайпу кратко все вот так вот рассказал. Сейчас я по... Не знаете 16 пунктов дисциплины? Я сейчас подведу и... Ну все. Да, я сам уж подвели. Ладно. Сам, да. Игнатий Тихонович. Я немножко матерям в утешение. Вот что сказал брат Игорь, все абсолютно правильно. Но семя сеется, детьми дома занимаются. Это может дать росток тогда, когда мы даже потеряли надежду. Угу. У нас в доме слово Евангелия, Библии мы не слыхали и не знали, что они есть. Ты видишь, наступил момент, то, что страх Бог, главное страх Божий. Боялись греха. И дальше начался поиск, и мы пришли. То есть о большем даже думать нельзя. Так что у родителей, которые вот дети ходят, даже они если ушли, это еще не все. Угу. Вот у нас я не вижу диалог Петеримова, она знает, тут один был он узник. Михалев Иван Андреевич. А у него один сын три срока отсидел, Юра. Три срока. А баптиста отделенная. А другой в городе работает, я не знаю, партийный или нет, психиатром. Ну и кто-то его решил, дескать, Иван Андреевич, это отца их. Он что-то хромой такой был. Угу. Ну вот, верующий, неверующий, какая разница? Ваш сын тоже неверующий. Он говорит, разница та. Будет беда, а она рядом. Ваши дети не знают, куда взывать. А мой, сейчас он еще не обратился. Не наступил час его. Но мой, он знает, куда обратиться и кому помолиться. И поэтому не опускайте матери руки. Не так они, дети. Да, действительно, не так. И школу вот, вырываются, там кричат. Это можно приучить их. Но надо стараться это делать. А сами возгревайте своим поведением. Любовью, соблюдением то, что нам церковь оставила. Вот мы все помним, как Пасху встречали, как этот пост был. Все это откладывается, мы даже это не знали. Потом это даст такой росток. Даже он неправильно ребенок поступал. Уже буквально в 50 лет открывает Господь двери. Это у Бога. Ну, да, да, это так что, матери, такое. Утешьтесь тем, что у вас сейчас есть. И продолжайте работать. Угу. По поводу, вот Елена пришла к нам через воззвание брата. И есть такой сайт «Предание.ру». У нас на новом сайте есть ссылка на него автоматическая. Нажимаете и переходите. Вот там есть регистрация православных кружков по изучению Библии. Вот, брат, попробуй. Я этим вопросом не занимался. Я зашел так, скользь прошел. Там, по-моему, то ли регистрируют, то ли внутри этого «Предание.ру» создают кружок прям по изучению Библии. Там вот такой большой стол нарисован. И сидят люди с Библиями, читают. Православный христианский сайт. Кто организатор? Ну, в Московской патриархии, по-моему, организовала. Я не знаю. Изучи. Вот как раз в тему. Вот как раз Лена, она не может днем приходить на занятия, и она может, говорит, вечером по скайпу как-то или перенести. Лен, как вот нам сделать? Что она, потом. Ну, что она изучение. Хочет ходить на занятия. YouTube. Заведи наш YouTube. Вот, ну, да. Она сама как бы хочет вживую присутствовать. На YouTube, ну, можешь пока посмотреть. Ну, вот сегодня мы будем заняться. Давайте сейчас. У нас много престарелых уставших. Давайте молиться. Помолимся. Всякого истину, положите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне обстановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи! Праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова.
Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов во пиава очи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос, да. Это, право, это только для раздачи, и в почтовый ящик не надо бросать. Сестры, кто раздевает в холодном цехе? Лена, я себе там да выйди сейчас, то пускай будет. Пожалуйста, там приберите все свои вещи, чтобы там не холодно. Сейчас цеховый ящик это мой. Вы поняли, это самое, сестры? Визитка у тебя есть? Так, визитки какие? Визитку, Лена, не дай, чтобы она на YouTube зашла. Есть визитки? Есть визитка? Есть визитки. Спасибо.